Got a dangerous look about you. You ain't here for me. Итак, мои дорогие, приветствую категорически всех тех, кто пришел посмотреть очередную серию прохождения Fallout 4 в моем исполнении. Сегодня мы наконец-то с вами займемся приятным и очень полезным делом, а именно выполнение квестов с подземкой и получение основного нашего боевого оружия от этой самой подземки. В идеале еще мы должны научиться улучшать броню. То есть не броню, а одежду, превращая ее в самую настоящую броню при помощи нехитрых манипуляций, которые мы с вами все и увидим в процессе прохождения. Присаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Первым делом я хочу избавиться вот от этого товарища, который мне смертельно надоел. Просто очень смертельно. Но пока мы ликвидировать его окончательно не будем. Он нам тут всякие задания дает. Так, вместо того, чтобы... Вместо того, чтобы ответить от нас. Так, вот он, блин, зараза поганая. Нам ему надо дать команду, чтобы он от нас отвел. Я уже забыл, как это делается. Hold position. Leaving me behind, huh? Hope I'm not slowing you down. Так, он нам дал более-менее нормальное задание, которое мы с вами сейчас исполним. Блин, я честно забыл, как их оставлять-то вообще. Если кто помнит, напишите. Так, для начала мы с вами переносимся на встречу с диаконом. С диаконом вот сюда. И пойдем мы туда от закусочной. Где можем распродаться, но так как я это делал, терять время на лишние операции мы не будем. Сейчас посмотрим. По-моему, если он сейчас появится, по-моему, можно вне лагеря, что ли, дать ему команду. Ага. Okay. What am I doing? Говорить. Do you think we're ready to retake the castle? Потом. I'll think about it and get back to you. Your call. Just... Давайте-ка мы сделаем вот чего. Давайте-ка мы его отправим в замок, пускай он там и живет. Да. Yeah, let's do this. We'll do some recon and meet you outside the castle. See you there. На, давай, вали отсюда. Так, все, это мы сделали. Thanks for helping us out with Trudy. You did good. Сейчас купим чуть-чуть патронов, на всякий случай. I'll take a look. Sure. I got stuff that'll blow your mind. Так, большой джим. 20% шанса повредить ногу цели. Это нам даром не сдалось. 45-й калибр нам тоже не нужен. Давайте-ка мы... Что-нибудь мы впарим. Вот, например, заряд плазмы. Патрон для гамма-пушки. И патрон для дробовика. Что даст нам так необходимые нам теперь крышки. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Был неправ, приду попозже. Так. Заряд плазмы, пушка и дробовик.
Так, принять. Да. Вот. В итоге мы с вами получили 200 крышек. И теперь поговорим с нашей доброй знакомой, владелицей местного Макдональдса, у которой купим 56 патронов. 310, так, которые нам понадобятся. Так, патрон дробовика. Ну, патрон дробовика продадим, и патрон калибра 292, это слишком дофига. Так. Так. Ладно. Давайте уж отторгуемся по полной. Ага. Так, теперь у нас есть патрончики. Мы записываемся. И бежим на встречу с дьяконом. Который в это время гуляет и дышит свежим воздухом. Рассвет. Тишина. Покой. Так, не помню, был я уже здесь или не был. Терминал легкий. Так, патроны. Давайте попробуем. Две попыточки. Две попыточки. Попыточки. Так, давайте вот это что-то мне подсказывает Руди. Сходство 0. Руди. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. А если Сент? И Сент сходство 0. А Вик? Так, не будем тратить времени. Вернемся позже. Не на запись. Так, притаимся. Так, вот не хотелось бы сталкиваться со стрелками в самом начале игры. Но мы с ними уже столкнулись. Так, вон он. Змей в окне маячит. Так, один готов. Да, лечимся. Шашлык из бинки. Нас полностью должен вылечить. Так, это еще что такое? Еще один стрелок. Да. Бесит иногда вот это вот. Ух ты, как классно, а? Так, продолжаем тупить. Так, у нас еще, кстати, у нас еще, по-моему, очко не вложенное, да? Нет, еще нет очка. Так, попитка номер 2.
Да, вот что значит давно не играть. Что значит давно не играть? Так, давайте-ка мы пока не будем этих стрелков тормошить. Злобные они какие-то. Стрелять сразу начинают. Тихо и мирно прокрадемся. Никто нас теперь не палит. Никто нас теперь не видит. В общем, сплошные бонусы. Без спутников гулять по пустоши. И качать мы с вами, ребята, сейчас будем ловкость. Улучшение оружия нам даром не сдалось, так как нам дадут оружие, которое мы увеличить не сможем. Он уже будет готовый пистолет. Так, ну тут мы весело и мило пощебечем с дьяконом. Нам нужно пойти в старый штаб подземки. Под кафе Джо с Луком. Ну хорошо, хоть не в общественном туалете. What happened? Our HQ was strong, defensible. The survivors didn't have time to grab it. Ну так пойдем. We gotta do one thing first. We got a tourist nearby. For now. So I'm looking for rail так, пускай ведет. Symbols we use to send messages to each other. If you like that, we got signs and countersigns, dead drops, even a secret handshake. All right, maybe the а также щелчки по носу и подзатыльники в виде опознавательных знаков. Да, вот он, знак подземки, показывающий направление движения. Давай-давай. Дьякон, кстати говоря, очень полезный спутник. Как только мы с ним прокачаем отношения, он нам даст увеличение урона и скрытности. А так как мы будем из скрытности играть регулярно, то нам этот бонус очень и очень пригодится. Если что, вот второй знак. Так, тут горстка трупов. Модная щетка для волос. Так, это даром не найти. Так, пошли дальше. Так, вот так весело непринужденно мы получаем уровень. Так, дьякон, ты чё? Пристрелил в гулю. На. Патронов у нас расходуются, к сожалению, дофига. Но будем надеяться на то, что мы их скоро восстановим. Так, в общем, короче говоря, смотрим. Нам нужно залезть. Будет потом вот сюда, в броню. Но первоначально, мне очень хочется взять вот этот вот бонус, который увеличит урон от скрытных атак в ближнем бою и дальнем бою в 2-3
с полтиной раза. И поэтому мы тупо вложимся пока в ловкость. И нам останется еще одна клеточка. Клеточка. Кстати говоря, если кто не знает, то ловкость огроменно улучшает скрытность и перемещение в скрытности. Так, вот дьякон мешает нам стрелять. Так. Жалко, что он, что гуль улетел. Непонятно куда. Жалко. Так, снайперский укрепленный. Пистолет берем. У него явно есть оптический прицел, который мы сможем использовать на другом оружии. Мы его просто снимем. И заюзаем потом. Так, давай, давай, давай. Дякон. Он сейчас занят. Втыкает в природу. Не, ну вообще красиво. Красота. Вон там краснеется корвега, которую мы еще до сих пор не зачистили. А должны были зачистить уже давным-давно. В общем, нашли мы этого туриста. Дьякон нам выдал пароль. Причем не под пытками. Так, тактический тяжелый даром не надо. Стимулятор очищенная вода. Вещь полезная. Броня для туловища. Одежда рейдера. Нафиг не нужна. Так, вот плюс. Вот он. Это значит, что турист, он же связной, близко. Так, вот отзыв подземки. Юзаем. Ты в безопасности, братан. Wait, they have a minefield? Yeah, the mother. What do you mean by chrome dome sense? You know. Так, поблагодарить его. Пули в лоб. I really do. As soon as it's safe. Sure. Так, это мы сделали. Возвращаемся к дьякону. Неопределенным. Так, естественно, у нас тут два выбора. Атака в лоб или через тоннель. Через тоннель как бы более безопасно, поэтому мы пойдем туда. Так, все, задание у нас обновилось. Вот вход в тоннель. Ну так как, ну пойдемте спустимся, что ли, ладно, бог с ним. Чего уж кривляться-то, раз залезли, давайте спустимся. Можно было бы, конечно, перенестись, так быстрее было бы. Но что-то так красиво, так охота побегать по этому прекрасному миру. Вот умели же раньше ребята из беседки делать красивые, классные игры, а? Так. Идем в стелс. Для того, чтобы не подцепить стрелков, которые живут здесь рядом.
Ну вот кто меня палит-то постоянно? Так, давайте-ка, чтобы не тратить патроны. Ух ты, какой пистолетик-то зачетнейший. Мы возьмем этот праведный властелин. А что они тут делают-то? Ты что здесь делаешь, псина? Так они тут к нам радостно прибежали, хотя мы их и не звали. Вот классный пистолет этот, праведный властелин, особенно переделанный под пистолет в нашем случае. Но что-то он, я не знаю, как-то мне не особо нравится. Мажет часто. И выгоден только офигительным уроном. Так. Оленя мы тоже ощипаем. Если кто не знает, вот здесь находится еще одна силовая броня. Не знаю, показывал вам в этом прохождении или не показывал, но вот она. Вот стоит. А вот здесь желающие могут с навыками хакера, то бишь желающие, смогут ее открыть. Ну, так как мне эта силовая броня, несмотря на рекомендации многих уважаемых мною авторов роликов, не нравится, использовать я ее не буду. Хотя, в принципе, говорят, что на скрытность ношение силовой брони не влияет никак. Так, вот только давайте ромашку возьмем. То она у меня закончилась на складе. А она нам нужна для ментатов. Блин, погода-то какая. Вах. Так, вот он. Забросанный кустами вход у туннель. То бишь в коллектор. Куда мы и залезем. Entrance is safer, but be ready for Gen 1s and 2s. So it's time you learn why we're here. We're retrieving a prototype developed by our good... Uh-huh. What can you tell me about the Gen 1s and 2s? The synths didn't start off as nigh-perfect copies of human. Uh-huh. Gen 1s and 2s were stepping stones along the way. Mm-hmm. What's there to be divided about? Everyone wants to liberate the Gen 3s, the human-looking synths. Some of the synths in the... But Gen 1s are basically the same as, well, a protectron. So anytime it gets... Также микроволновки и электрические чайники. Так, ладно, доктор Каррингтон. All goes well. You'll meet him soon enough. Так, тогда вперед. Let's find a prototype then. Together with you, I like our odds. Да без тебя они были бы еще лучше. Ну, ребят, это я так, в сердцах, потому что именно он сейчас будет открывать терминал, без которого мы не попадем внутрь. Так что он у нас персонаж нужный. Well, the terminal's on it. На удивление. I'm gonna feed it some passwords. No. 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 Ah, missed one. Да вообще прикольный чувак. Гораздо прикольнее Гаврика. Ну, сейчас на Брюса Уиллиса очень похож. Так, пошли. Передвигаться будем в стелсе. Да, кто-то оставил знак подземки из трех букв. Вот он, кстати говоря, он с крестиком. Типа здесь опасно. Так, по пути подбираем все нужное. И здесь вот он... Ой-ё. Че, увидел? Вот собака такая. Так, давайте-ка его попробуем подстрелить. Да.
Да, меткость потрясающая. Вот я не знаю, вот мне кажется, может быть это правда, только кажется, но вообще вот этого праведного властелина, конечно, меткость не на высоте. Так, институтский пистолет. Его можно брать, кстати, я говорю, он стоит прилично. Ну, что-то я не хочу. Так, здесь разбросаны тела защитников и защитниц. Так, вот этот квадратик означает то, что здесь тайнюк. И да, нас не обманули. Так, давайте позырим, что такое. Так, о. Даже это, с оптикой. Ну, хотя нам оптика даром не сдалась, и цена у него 51. Нафиг не будем брать. Тик-тик-тик. Вот как они нас палят, а? I don't think you've ever seen a courser, but they're top of the line in Institute. Let's fuck up your day tech. There shouldn't be any coursers in here. Tech. There are. Just run. Overactive sensors, nothing more. Так, у нас граната есть? Нету. Нету у нас гранаты. Нету. Сам Койлу. Так, один есть. Вот это застывание означает то, что мы его убьем. Так, а вот жалко, что гранат нет. Сейчас бы бросили бы ребятятам гранатку. Повеселили бы их. Так, готовщинка. Гранаты, ребята, вещь полезная. Так, вода пить. Ядреная батарея, 5-миллиметровый патрон. Ядреная батарея, крышка смоленника. Так, ядреная батарея. Сохраняемся. Кусочки белки для шашлыка. Так, ну-кась, ну-кась, ну-кась. Так, родника. Так, далее. Далее там есть враги. Да вот как обнаружит. Вот как обнаружит. Ага. Так, управление турелями. Активировать, да. Активировали. Активировали. Так. Сохраняемся. И вот здесь стоит. А, не стоит. Ты смотри. Хитрые какие, а? Спрятались. Вот они. Так, помогаем нашему пулемету. Готовщинка. А чё это так жахнуло? Ой. Ку-ку. А тебя-то я и не видел. Вот как важно не торопиться.
Сохраняемся. Так, вот сейчас будет еще одна нудная сценка по вскрытию терминала. Я прямо вот заранее прошу прощения. Не люблю я этого вообще. До безобразия. Но скрывать придется. Так, бейсит. Нуль. Вот как. А это основные буквы. А тауэр? И тауэр. Ход запрещен. Так, скинс, ролс было, роки было, таунс было, гес. И гес нет он. Так. Так, ерф. Нуль. А нюли тоже. Вот я не могу понять эту систему. Сход 103. Гроун. Ну что, попробуем. Гроун, гроун. Шоу. Хе-хе. Какая прелесть. Гроун сход 103, а шоу сход 100 нет. Так, Teams. Нуль. Трайс тоже нет. А Games? Ну так. Хилс ноль. Крайм один. Спэр. Три. Два. Значит, это буковка А, скорее всего. Ты что в тебе? Прошу прощения. Блин. Маркус один. А мы здесь тоже один. Так, в ход пошла серьезная артиллерия. Так, paint. Нифига. И шеди тоже. Банч. Нуль. Хелпс. Ура! Так, дверца
Сезам у нас открылась. А, он нас не видит. Так. Так, зачистили. Опасности. А вот еще одна опасность у нас тут бегает. Вообще нафига как бы нужно было встраивать в игру клавишу для критического выстрела, а не сделать ее автоматом, просчитывающимся там компьютером. Я не понимаю. Тут любовь к нажатию лишних клавиш меня всегда веселил. Так, это еще что такое? Вроде всех замочили. Так, в общем, тут у нас находится штаб бывшей подземки. Что становится ясно из наличия щетки для волос. Так, мел. Здесь можно попробовать найти лишние квесты. Операция Гиндукуш. Хэллоуинская вечеринка. Ничего нам за это не дали. Никаких новых адресов, также паролей и явок. Так, включаем фонарик. Здесь можно отдохнуть. Что мы и сделаем, чтобы не тратить ценные лекарства. Здесь заберем ядреный блок. Здесь те, кто любит баскетбол, могут взять мяч. Блин, вот зачем я потертый козырек беру, а? Ой-ой-ой-ой, ручки мои загребущие. Все, что плохо лежит, тырит. Так, ну, в общем, больше здесь ничего полезного для нас нет. Фонарик отключаем. Не забываем отключать фонарик, так как он у нас палит вообще, на самом деле. Со страшной силой причем. Ты иногда идешь и думаешь, а что же меня спалило? Неужели волочащийся за мной парашют? Нет, фонарик. Дуршлаг. Вот дуршлаг-то мне зачем? Так, здесь у нас опять есть куча развлечений для тех, кто любит компьютерные терминалы. Вот, сложный. И вот самое главное для нас. Вот, руководство по тайным операциям США, которое дает нам 5%... к незаметности. Вот это хорошо. Центральный терминал. Так, это хакер. А мы не хакеры ни разу. И не дважды. Мы просто симпатичные. И обеспеченные. Набрали всякого говна. А, о, о. Вот была бы граната. Была бы водка, а к водке глотка. Все остальное трын-трава. Так. Кастет. Так, здесь можно не прятаться. Так, откройся, Сезам. Так, нет. Кстати, вот...
эти переборки между очками прекрасно выдерживают взрывы гранат. Так что в случае чего... Ой, ку-ку. Это еще что такое? Рекомендую в случае чего забегать за створку и как бы не гибнуть от взрыва. Понимаю, сложно себя приучить к такому замысловатому факту про бронированные переборки в туалете. Но оно так и есть. Уж поверьте мне. Так, иди отсюда. Так, этот замок слишком, то есть среднесложный. Возвращаемся, сохраняемся, идем далее. Кстати, вот на самом деле, вот это вот сейчас покажу, чего восприятие качать надо. Из-за взломщика. Иногда очень сильно помогает. Даже не иногда, а частенько. И мы с вами его потом прокачаем. Тут есть еще одна прекрасная вещь. Как бы эксперт-подрывник, которые позволяют увеличивать, то бишь, урон от выстрелов. Если нам выпадет какой-нибудь супер-пупер вундервафля пистолет со взрывными патронами, я его вкачаю с удовольствием. Потому что вещь настолько прикольная и приятная для борьбы с не очень бронированными врагами, что словами не передать. Так, особые настольные вентиляторы. Особые, особо вот у них чего. Так, открыть. Так, дьякон, твой выход. Не хочет тварь, хитрый. Так, здесь видим целющегося в нас Синта, которому наглядно поясняем, что это дело вообще неблагодарное. Целится у нас. Так, и вот самое неприятное здесь. А именно криомина. Которую мы должны... Причем в количестве двух штук. Лучше нам ее взять. А так как у нас из-за скрытности полный иммунитет к растяжкам, капканам, минам, мы это делаем спокойно и с удовольствием, то бишь снимаем мины. Так как мины, во-первых, стоят бабки, во-вторых, их самим можно поставить. Ой-ой-ой-ой, чё это я, извините, поторопился. Ты, блин, дебил! Чё ж ты мне, блин, огонь-то перекрываешь, а? Вот таких вот орлов, типа дьякона, которые перекрывают вам линию огнем, надо долбить. И лучше ногами. Так, коллиматорный легкий боевой дробовик. Вот эту вещь мы возьмем из-за коллиматора. Так, дьякон тут скрывает нам тайнюк. И оп. Да. Какой был Томми Висперс? Какой был Томми Висперс? Откуда он про меня знал? Он, видимо, телепатом был. Так, оружие. Да век бы его не видать. Так, и вот оно. Вот она наша мечта. Вот она наша мечта, воплощенная в реальность. Это, ребята, самый лучший пистолет для действия из ВАЦа. И с этим оружием мы будем бегать практически всю игру. Ежели нам... Неожиданно, действительно, просто не свалится какой-нибудь пистолет с разрывными пулями. Так, тактический пистолет, это у нас не то. Вот, спаситель. У него урон 40, как вы заметили. Если вы заметили. А если не заметили, прошу обратить внимание. Вот у него урон, конечно, меньше, чем у праведного властелина, который дает удвоение от критических попаданий. Но, насколько вы видели, критические попадания особой
особого значения на как бы более высоких мобах не имеют, поэтому мы берем спаситель, который повышает нам вероятность попадания в адс и уменьшает расход очков действия на 25%. Это мечта, а не оружие. Тем более он фигачит 10-миллиметровыми патронами. Я, правда, не знаю, что это за изобретение, 10-миллиметровые патроны. Он еще и со встроенным глушителем. Так, забираем тут стелс-бои, ядреную бомбу. А, про глушитель забыл договорить. Значит, короче говоря, мы с вами обязательно возьмем перки, которые нам увеличат урон от скрытных атак с использованием глушителя, и повысим этим свой урон во много раз. Так, вместительная боевая броня для руки. Ага, берем. И сразу одеваем. Где? А, вот он. Вот так вот. Так, продолжаем разговор. Значит, здесь надо взять обязательно защитный комплект от радиации. Он ничего не весит, но его потом с помощью, опять же, рецепта, который мы получим от подъемки, можно забронировать в усмерть. А этот костюм полностью, в общем, в принципе, полный аналог там скафандра. В общем, кстати, этого костюма для ныряния, для дайвинга. Драйвинга. Вот. Эта вещь настолько полезная, что его полезность сложно переоценить. Так. Ну, потом увидите, когда пойдем делать квесты на институт. Так, вот еще одна мина. Подходим. Снимаем. И зарабатываем бабло. Еще одна мина. То есть скрытность все-таки, она рулит. Причем не по-детски. Так. Ага, это я. Вот с одного патрона практически ложим. Так что сейчас будем увеличивать сложность. Так, еще чего хотел посоветовать. Вот здесь вот средний я вскрыть не могу. Но вон там, он белеется. Ядреный блок. Если вы как бы прокачали восприятие и можете вскрывать замки, то вам это очень пригодится. Так, ты где? Да. Лифты — это наше все. Лифт. Так, выполнено. Так, погнали. Ай, стоп. Вот еще тут еще надо посмотреть. Я вот все время забываю. Есть ли тут возможность отключить турели, которые наверху стоят? Есть. Отключить. Отключаем. Так, вырубаем свет. Вызываем лифт. Вот ты смотри. Какая сука. Вот же гад, а. Так, жрем ядреного оленя. Так, давай, Декан, давай. Чтоб тебя лифтом, блин, разрезало. Скотину такую. Представляете, засаду устроил поганец. Так, стелс. Так, здесь нет никого. Вроде бы. Так, здесь можно чуть-чуть припорохлиться. Взяв алюминиевые баночки. Алюминий нам нужен для всяких мелких хозяйственных работ. Мясо бромина. И здесь вот где-то... А, вот она. Антирадин. Сложенный американский флаг. И легкие шорты. Так, не хочу я легкие шорты.
Тут холодно и комары кусают. Пистолет вот этот вот, он просто изумительный. Прям очень рекомендую взять его как можно раньше. Мы бы его как можно раньше и взяли бы, если нас не направили за место Корвеги на остров Фар-Харбор. Мы бы уже давно с ним бегали. Итак, нам с вами нужно зачистить вот эту вот небольшую локацию. Да. Сам Хеллоу. По-моему, доходчиво объяснил, кто из нас Хеллоу. Так, вот они тут нас ждут. Осколочные мины меня интересуют пока не очень. Так, вот это что? Дьякон нам перекрыл путь отхода. Молодец. Это чтобы мы не увернулись от пулеметных очередей. Так. Вроде здесь все. Так, что это что такое? Да что ты там, блин? Да, весело. Так, ребята, демократы, пойдем-ка мы проверим верхний этаж. Беречьи сухарики. Сожрем. Так, дьякон вынес вторую пулеметную вышку. Молодец, хоть что-то от тебя полезное. Да, в общем, прошу прощения за то, что нублю, но действительно очень давно не играл. Сейчас пока восстановим силу в руках. А то самому стыдно такое показывать. Так, тостер возьмем, чтобы подземке было за кого переживать и сражаться. За права кого? Чем не синт? Я имею в виду тостер. Так. Так, турель с пулеметом мы уже залутали. Так, это стоит. Давайте тоже хераним. К чертям собачьим. Спрячем пистолет, чтобы случайно не разнести дьякону башку. И поговорим. Was all of that worth it? All I know is that Dez authorized the op. Так, дьякон предлагает нам разделиться и встретиться в подземке. Что мы и сделаем. Так, где-то здесь были, так, дикие гульгули. Так, мины далеко. Так, здесь темно и страшно. Поэтому воспользуемся быстрым перемещением и заодно заглянем в переулок Висельника. Где зачистим? Так, мы еще не были в этом месте. Какая прелесть. Ладно, переулки мы не были, сейчас будем. Чего уж время терять, заодно задание этого гаврика выполним. Что даст нам репы с ним. Так, сейчас мы возьмем, то есть отчитаемся за первое задание, возьмем второе, и не знаю, хватит ли мне отведенного на игру времени, но я бы лично еще зашел бы в магазин комиксов, где валяется очень и очень неплохая бронька. Так, переулок Висельника, куда я пошел-то? Очень и очень неплохая бронька, а именно костюм серебряного плаща. Он снижает урон от людей там на достаточно приличное значение. Так что сейчас, ребятята, мы с вами сходим еще туда.
А уж в следующей серии продолжим развлекаться с подземкой. Вот зачем я это делаю? Так, вот этот путь ведет к Diamond City, куда мы сегодня не пойдем. Я вообще планирую сюжетку оттянуть практически. Так, вот это А, это 5. Да-да-да-да-да. Это я. Ваша тетя, дядя и прочая родня. Да-да-да-да-да. Конечно, верю. Я тебе, конечно, верю. Да, с такими способностями надо не понтоваться. А дома сидеть, чай пить. Так, займем господствующую высоту. Так, давай, ты будешь вылезать? Так, молодец. А мы ее тут и ждем. Угу. Так вот интересно, пойдут они ко мне или нет? Не пойдут. Так, значит, сядем сюда. Вот ребята в детстве не доиграли в прятки. И очень хотят меня найти. Так, стыдно. Так. Туловище. Правая рука 70. Вот мы правую ручку-то тебе и отстрелим. Странно, да? Через деревянный заборчик мы стрелять не можем. Так, все. Переулок Висельника зачищен. Сейчас нас заставят... Так, здесь надо брать все, наверное. Сейчас нас заставят здесь построить маяк. Фиг с ним возьмем. Так, мастерская, поиск, так. Выходи. Так, а давайте складировать сюда все, что нам не нужно. Так, вот бутылка, блин. Нам не нужна. Нам нужна пистолет, кастет, коллиматор, компенсированный, короткий, автоматический, гладкоствольный, нафиг. Крышка мина, фиг вам, снайперский, фиг вам. Так, а тактически, что это у нас? А, это у нас с этим, со штыком. Так, защитный комплект мы не отдадим. Кожаную броню сложим. Металлическую сложим. Это все нам нужно для крафта. Рейдерские. Тоже для крафта. Так, моя помощь, фиг вам. Так, ну давайте сохраним, бог с ними. Жалко, конечно, тратить на них свои собственные припасы. Ну да ладно. Это мы им заберем. Так, оружейный верстак. О, кстати. Кстати. Легкий ресивер, стандартный ресивер. Так, вот этим я зря занялся. Мы на это все расходуем нужные нам для крафта винтики и болтики. А также шпунтики. Тик-тик-тик. А это мы делать не должны. Так, чего у нас тут еще остается-то? Чего нам еще остается? Вот тут еще есть вместительная металлическая броня. Да ну нафиг. Так, смотрим. Чего нам по заданию нужно сделать? Переулок. Поставить
Радиомаяк. Ну давайте поставим. Давайте вот сюда вот. А, нет. Здесь они в баскетбол играть любят. Давайте тогда куда-нибудь вот сюда маханем. Так, иди отсюда. Так, структуры. Нет, нам не нужны структуры. Нам нужно питание. Генератор. Иди. Вот сюда поставим. Так, и... Ой, блин. И вышка. Так, теперь соединяем генератор с вышкой и получаем выполнение задания Престона. То есть Гаврика, блин. Престона. Так, это мы сделали. Записываемся. Так, и теперь быстренько бежим в магазин Hubris Comics. Быренько. Так, сюда идти я не советую. Пойдем сюда. Так, смотрим, если что в мусорных баках. Ничего полезного не выбросили. Жлобы. Так, он там, он рейдеры. Но они нам даром не нужны. Так, правильно идем, товарищи? Правильно. Значит, вон еще один банк, в который можно зайти. Там забрать немножко деньгов. А можно не ходить. Вот я лично не пойду. У нас с вами есть более интересные задачи. Боевые. Так, нас не видят. Вот еще одна церковь. Не путать ее с той, где засела подземка. Кстати, давайте мы ее, может быть, откроем. Если дадут. Ага, не дадут. Вон там я уже вижу собачка. Еще одна собачка. Ну. Так, ты-то куда? Серебряная столовая ложка. Откуда она у собаки? Так, записываемся и бежим дальше. Так, в общем, нам нужно идти ближе к левому краю. Если я ничего не путаю. По которому у нас и будет магазин Hubris Comics. Так, здесь ничего нету. Ну, или мы перепутали улицу. Да пошла ты. Так, вот здесь вот рейдеры. Мы к ним потом заглянем. Так, книжный магазин. Как всегда, закрыт. Так, по-моему, перепутали, да?
Или нет? Все-таки перепутали. Угу. Так, вот он. Вот, ребят, очень и очень полезный магазин, в который я вам глубоко вообще на самом деле рекомендую зайти. И зайти прямо на самых первых порах. Так вот эта мартышка мне, блин, бесит. Так, вот тут всякие гуль-гули бегают. Гули-гули-гули. Бродяга. Очередной. Так, еще одна. В общем, нам жизненно необходимо как можно скорее вкачать урон от оружия, скрытный урон и плюс скрытный урон от оружия с глушителем. Так, давай-ка вот с тебя начнем. Так, ну ты где? Стоп-ка. Ты где, родной? А вот он. Потому что урон мы наносим аховый. Так, нас не видит. Это хорошо. Ну и не гонят, это еще лучше. Так. Бандана Джанглса. Имена и какая-то. Поносим. Так, быренько, быренько, быренько смотрим, что здесь можно прихватить. Вот машинки всякие. Шахматы не хочу. Кегли не хочу. Так. Чего хочу-то? А, о, журнал. Несокрушимые. Вероятность того, что вражеская атака не нанесет урона, выше на 1%. Ну, это вообще имба. Журнал. Так. Вот здесь еще лежит для любителей, как бы, мели. Офигительный топор. Но опять же, тут нужно восприятие. Вот как раз восприятие для милишника будет очень не лишним. То, что он сразу может экипироваться в прикольную броню. И плюс. Взять в руки прикольное оружие. Так. С помощью ключа открываем склад. И забираем отсюда патроны, деньги, патроны, патроны, патроны и серебряную столовую ложку. Видимо, бабушкину. Иначе зачем ее в сейф прятать? Так, кисть. Так, сели, выключили, сохранились и пошли вперед. Так, здесь вот лежит товарищ с автоматическим лазерным пистолетом. Его мы у него позаимствуем. Ага. Да, и кстати, напоминаю, что при выстрелах критами стены, перегородки препятствием не являются.
То есть стреляет через стену и, нажав крит, вы спокойно поразите цель и останетесь живы. Вот такие вот пироги. Так, вот здесь поосторожнее, здесь они еще с крыши слазят. Бестолковые-то они по сценарию бестолковые, только действуют, как я не знаю, как ниндзя черепушки. Ага. Вот-вот. Потом, когда скрытность прокачаем нормально, в принципе, нам будет глубоко фиолетово. На все эти вещи. Так, стой. А вот пока приходится огребать. Вон там еще одна. Желтоглазая где. На. Где ты, моя желтоглазая, где? Так. Че, еще кто-нибудь прибежит, нет? Ага, может. Кухонные полотенца. Кухонные это полотенца зачем? Пачка сигарет, бестеневая лампа. Так, включите свет. Дышать темно и воздуха не видно. Так, ладно, потихоньку начинаем втягиваться в игру. Заметно легчает в управлении. Сейчас еще реакцию подтянем, станет вообще хорошо. Так. Ключ. В принципе, можно тут почитать всякую муру. Но я этого делать не хочу. Так, вот еще ключи от офиса. Зачем нам два, я не знаю, но на всякий случай заберем. Золотые часики. Так, тихо вокруг. Так, вот фото серебряного плаща. На память. Так, поджигалка, вентилятор, картофельные чипсы, карандаш. Какая прелесть. Так. Здесь что? Здесь, как обычно, ведра. Ведра брать не будем. Чему, уборщицы, что ли? Так, стеклянный кувшин. Так, что-то темно, не люблю этого. Понимаю, что палюсь, но ничего не могу с собой поделать. Ага. Так, вырубаем. У нас где-то здесь сидит красуня. Или красавец. Так, дикий гуль-бродяга. Шлеп. Опять врубаем свет. А то дышать темно и воздуха не видно. Так. Куда нам дали? О! Ку-ку. И тебе привет.
Так, вырубим-ка свет, здесь и так все видно. Серебряная ложка. Так, больше здесь ничего нет. Ничего. Так, здесь мы уже были, кстати. Так, вот она, лестница наверх. И таракан. Здесь прикольно, кстати говоря, много чего полезного. Тактически укрепленные. Давайте позырим, что там. А ничего там. Коллиматор там. Коллиматоров у нас уже хоть попом кушай. Так. Фотокамера. Тошка. Залежи ментатов. Что очень и очень хорошо. Так, садимся. Сохраняемся. И полезли наверх. Ребят, ну вот мы с вами шли сюда вот именно для того, чтобы прийти сюда наверх. Здесь мы действуем очень и очень осторожно. Потому что тут есть такая гуля. Причем светящаяся. Толку от нее никакого, а вот вреда навалом. Вот. Вон она. Давайте-ка ее встретим. Да, загнали. Загнали меня в угол, загнали. Так, стоять. Это я поспешил сам. Это виноват я. Вот он призывает еще других гулей. Прям такая скотина. Так, это еще что такое? Вот он призвал еще одну гулю. Красиво. Так, лечимся. Лечимся, встаем. Больше здесь гулей быть не должно. Значит, смотрите, вот это костюм серебряного плаща. После того, как мы сдадим квест на этот костюм. Да, тут еще есть вот такой бутафорский серебряный автомат. После того, как мы сдадим квест на... в Добрососедстве, есть такой городок здесь местный, на этот костюм. У нас чуть ли не 45... у нас с вами будет, получится, табеш, по 45 сопротивлений на этом костюме. Что для начала игры очень даже... Так, термооптический. Так, термооптический берем. Очень даже неплохо. Далее. Здесь вот в этой гримерке валяется журнал. Так, стимуляторы, понятно, валяется. Пепельница. Потрясающие крутые истории. Урон при стрельбе из бластера инопланетян на 5% выше. Что очень хорошо. Так, и здесь чемодан. С виноградными ментатами. А виноградные ментаты, насколько вы помните, дают нам харизму. И огромные
скидки и надбавки при торговле. При торговле с торговцами. Господи боже мой. Так, парик помпадур у нас уже есть, брать не будем. Так, вот еще здесь, помимо одежды серебряного плаща, валяется костюм Грогнака для миличника, который повышает силу владельца и увеличение урона, наносимую им в ближнем бою, то есть кулаками и холодным оружием. Также он скалка есть, очки в черной оправе. То есть все для счастья. То есть вот этот Хубрис Комикс, самая полезная локация в самом начале игры. Это полезнее ее вообще практически придумать сложно. И надо все бросить и очень-очень постараться ее найти и зачистить. Так, ребят. В общем, короче говоря, я в эту серию сделал все то, что хотел. В следующей серии мы с вами пойдем распродадимся и вернемся под земку для продолжения выполнения их прекрасных квестов. Перед нами будет стоять задача докачать наши с ними отношения до того момента, когда нам дадут возможность с помощью всяких там, уже забыл, как ткань называется, короче говоря, улучшать обычную одежду до параметров брони. После чего мы с вами займемся, в общем, в принципе, сбором брони, уменьшающей наш получаемый нами с вами урон при неподвижности, но это будет потом. А сейчас разрешите откланяться. Всем вам хорошего и доброго воскресного дня. Удачи, любви и здоровья. До свидания.